Ну, а если кто-то переживает, ну, не думаю, что Касым Атакаев переживает по этому поводу, но если вдруг, ну, так никто не имеет против, чтобы у Казахстана и у других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто. В союз Беларуси и России надо вступать, и все, и будет ядерное оружие на всех. Ну, это мое мнение, это не мнение россиян. Но думаю, что это возможно. Мы стратегически должны понимать, что у нас уникальный шанс объединиться. На днях президент Республики Беларусь Александр Ильич Лукашенко предложил Казахстану вступить в союзное государство. Но я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют другие интеграционные объединения, прежде всего, Евразийский экономический союз. Что касается ядерного оружия, то оно нам не нужно, поскольку мы присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия, к договору о запрещении испытаний ядерного оружия. Остаемся верными обязательствами в рамках этих международных документов. В конце концов, Россия для Казахстана – это союзное государство. И здесь Россия, на мой взгляд, должна играть ведущую роль, потому что исторически Центральная Азия являлась частью Российской империи. Вполне естественно, присутствие, долговременное присутствие Российской Федерации.